Первый пункт. Сказать, что это не моя зона ответственности. То есть это не наша, это ЖЭК. Нет, это не ЖЭК, это глава района, это район. Нет, это не район, это департамент ЖКХ. Нет, это ЖЭК. Ну и так далее. То есть первый пункт, если все-таки удается доказать, кто это, чья это вина, второй пункт, это невозможно сделать. Это невозможно убрать. Почему? Ну, потому что это газораспределительная станция, то есть газораспределительный узел, вот простой пример, в Варваровке. Он здесь стоял 50 лет. Да, он и что, он стоял 50 лет. Да, 50 лет его машины объезжали, и вот как бы здесь столько ДТП произошло, но его невозможно убрать. Ну как же невозможно, если можно? Вот посмотрите, сделать так, так, так. Через 2 недели убрали. То есть можно было и 50 лет назад это сделать. Но как бы... И третий пункт, если уже ну, как бы доказали, что это можно сделать и нужно, и на это есть деньги, самое главное, на это есть деньги, да, потому что не на все, что у нас возможно сделать в городе, есть деньги. Третий пункт, это, конечно же, растягивание во времени. То есть, иди делай. Да, хорошо, все, мы пошли делать. Через месяц вы сделали. А, да, 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 начали, уже практически сделан проект. Через еще 2 месяца. Да, да, уже практически прошли экспертизу. Через 2 года. Да, да, уже практически приступили к работам. Еще тендер мы отыграли. То есть, собственно говоря, вот так происходит в большинстве городов Украины. Николаев не исключение. Процесс от момента принятия решения до момента его исполнения.